Добрый день. В эфире «Якутия». Мы расскажем о главных событиях. К этому часу в студии Юлия Великодная. И в этом выпуске. Аэропорт Якутска не принимает и не отправляет самолеты. В чем причина задержки рейсов? Якутия, как и вся страна, отмечает сегодня День Конституции Российской Федерации. Егор Борисов в честь праздника вручил паспорт юным жителям Якутска. Указ руководителя региона материальной помощи многодетным позволил семье Гладких встретить Новый год в новом доме. В Якутске из-за сильного тумана задерживаются авиарейсы. Аэропорт столицы республики до улучшения видимости не принимает рейсы, а также откладываются вылеты. Температура воздуха сегодня утром в Якутске была 40-42 градуса ниже нуля. Западный ветер и туман. По состоянию на 12.00 метеорологическая видимость в аэропорту Якутска составила 200 метров, что недостаточно для вылета и приема воздушных судов. На текущий момент по метеоусловиям аэропорта Якутск задержан вылет 6 рейсов. На запасной аэродром Чурман в Нерюнгри отправлен один рейс Москва-Якутск авиакомпании S7. До улучшения видимости аэропорт Якутск продолжит работать по фактической погоде. Егор Борисов вручил паспорт школьникам Якутска. Сегодня состоялось торжественное заседание общественности, посвященное Дню Конституции России. Руководитель региона отметил, что принятие Конституции в 1993 году стало событием исключительной важности, которое позволило объединить страну. Это событие обеспечило стабильность в стране, позволило сообща решать сложные вопросы. Отметим, что сегодня в стране отмечается 24 года со дня принятия главного документа. Конституция страны построена на принципах демократии, суверенитета и свободы. Она призвана защищать интересы каждого гражданина России. Конституционно-правовое просвещение мы должны начинать со школьной скамьи. Я считаю, что в школьной программе должны быть обязательно изучаться основы российского законодательства в части гражданского законодательства, семейного, если хотите, даже пенсионного законодательства, экологического права, гражданского, уголовного и так далее. Вот в таком случае действительно наши ребята получат аттестат зрелости и войдут в самостоятельную жизнь подготовленными. Многодетная семья встретит Новый год в новом доме. В поселке Максгало Хангаласского района семья Гладких с 11 детьми отмечает новоселье. По указу руководителя региона Егора Борисова о материальной помощи семьям с 10 и более детьми, который вышел в апреле этого года, многие семьи уже построили или приобрели новое жилье. Галина и Андрей Гладких получили такую субсидию. Всего за полгода возвели дом с общей площадью 190 квадратных метров. Любовь Васильева продолжит. Теперь у детей семьи Гладких есть возможность заниматься музыкой. Новый светлый дом с площадью 190 квадратных метров в два раза больше старого. Благодаря указу о помощи многодетным семьям с 10 и более детьми, подписанному Егором Борисовым в апреле текущего года, семьи улучшают жилищные условия. Администрация поселка Махсагало выделила участок рядом с домом Читы Гладких. Дети рады, что теперь у них два отчих дома и созданы все условия для комфортной жизни их развития. Мне нравится. Вот когда только начинали строить, я думала, это будет очень долго. Оказывается, так быстро все прошло. Ну и хорошо, что построили как бы рядом с нами. Старый дом тут вообще совсем рядом. Вещи удобно переносить и все остальное. Меньше года назад к ним в гости приходил руководитель региона Егор Борисов. Галина Сергеевна и Андрей Александрович рассказали о буднях большой дружной семьи, о хозяйстве, о достижениях детей. Тогда еще в ожидании 11-го ребенка семья Гладких не просила у Егора Афанасьевича помощи. Родители считают, что много детей – это не тяжелая ноша, а подарок судьбы. Мне очень понравилось такой большой дом. Так красиво все убрано, чистенько, аккуратно все сделали. Молодцы рабочие. Благодарность нашему президенту, что он вот так вот заботится о нас, таких многодетных семьях, что создает такие законы, чтобы нам помогать вот в строительстве или в покупке вот жилья. Молодые родители воспитывают детей на своем примере. Анжелика и Кирилл уже студенты лицея. Все старшие – активисты школы, хорошисты, занимаются в разных кружках, секциях, рисуют, играют на музыкальных инструментах. Всегда поддерживают и помогают друг другу. Да, мы помогаем. У нас график составлен. Мы по очереди делаем, стола берем, посуду моем, полы моем, подметаем. Я хочу цветы на подоконник, кровать
и компьютер хочу. Все 8 комнат большого дома дети уже распределили между собой. Им не терпится переехать и встретить Новый год в большом доме. Этот год для семьи Гладких стал богатым на события. В ноябре Галине Сергеевне присвоили звание «Мать-героиня». Галина и Андрей благодарны уходящему году за дочь Розалию и указ руководителя региона, способствовавший строительству большого и светлого семейного гнезда. Любовь Васильева, Владимир Павлов, НВК Саха, Хангаласский район. Ежегодное олимпийское собрание состоится во вторник в Москве, где могут принять решение об участии российских спортсменов в южнокорейском городе в нейтральном статусе. В течение последней недели прошли голосования по поводу участия в зимней олимпиаде. Спортсмены выразили желание поехать на игры, хоть и в нейтральном статусе. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России в понедельник подготовила заявление о готовности участвовать в играх в Пхёнчхане, которое будет передано на рассмотрение членов Олимпийского собрания. В Москве стартовали Дни Дальнего Востока. При поддержке полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе запланированные мероприятия продлятся в течение недели. С подробностями мои коллеги. Место проведения было выбрано не случайно. Самый центр столицы, Тверская площадь. Здесь с самого утра звучит музыка. Участники радуют зрителей своими песнями и танцами, где особый интерес представляет национальный колорит. В некоторых павильонах выставлена вся дальневосточная продукция, в том числе из Республики Саха-Якутия. А в некоторых мастера-умельцы обучают посетителей своему ремеслу и даже предоставляют возможность промыть золотоносный песок. Вот оно, золото! В Москве этот день выдался довольно морозным, минус 5 градусов, и горячая чашка чая была кстати. Мы предлагаем самый северный чай планеты Земля. Это черный чай на основе иван-чая с добавками из дикорастущих растений Якутии. Это листья смородины, листья малины, земляники, шиповника, плоды шиповника и так далее. Наша рыбная продукция, наша сувенирная продукция, наш очень вкусный иван-чай, саха-чай, который здесь презентуется для москвичей. Я думаю, что сегодняшнее открытие на Тверской площади предваряет открытие Дней Якутии. Мы отсюда сегодня уже начали в дорогу к сердцу москвичей, чтобы Москва, Дальний Восток, Республика Саха-Якутия, большой семье Российской Федерации, вот уже, как мы отмечаем в этом году, юбилей 385 лет. И пусть эта дорога будет идти дальше. Дни Дальнего Востока в Москве будут проходить в течение недели. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва. Министерство инвестиционного развития и предпринимательства республики ведет работу по созданию фонда поддержки местного производства. Его планируют запустить в конце второго квартала 2018 года на базе венчурной компании Якутии. Участники партнер-сессии ознакомились с возможностями развития предпринимательства в муниципальных районах, в том числе местного производства. Министерство инвестиционного развития проводит работу и с крупными заказчиками. В этом году организовали ряд встреч с хозяйствующими субъектами «Алроса», «Алмазы Анабара» и другими. На сессии также обсудили вопросы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. А завтра участники встречи посетят производственные объекты. В соответствии с федеральным законом о развитии предпринимательства и с постановлением правительства Российской Федерации поддержки, имущественной поддержки субъектов МСП, у нас проводится работа в данном направлении. На сегодняшний день 24 муниципальных образований утвердили свои перечни, и до конца 2018 года у нас стоит задача по всем муниципальным образованиям утвердить данный перечень и по возможности поддержать субъектов МСП именно по имущественному вопросу. В Момском районе прошли торжественные мероприятия в связи со вводом новой школы. В открытии учреждения на 320 мест принял участие министр образования Якутии Владимир Егоров. Момчане радостно поприветствовали вручение символического ключа директору школы. Долгожданная школа выполнена в современном дизайне и технически оснащена. Экскурсию для гостей провели учащиеся, после чего организовали концерт. Свои поздравления передали учителя-ветераны. Момчане поблагодарили строителей. День открытия новой школы превратился в большой народный праздник. Такая большая, красивая, действительно по-современному оснащенная школа – это большая такая редкость и большое счастье для нашей республики. И мы надеемся, что
вот ваш дружный коллектив, который, как мы знаем, имеет много достижений, традиций. Он в новом здании, уже в новом качестве, уже пойдет вперед к новым успехам. И вот действительно то оснащение, которое отвечает всем современным требованиям, позволит воспитать граждан уже нового 21 века. И последний чемпионат Junior Skills развивает навыки не просто исследователей, но и тех, кто уже умеет что-либо делать своими руками. Мышление, умение анализировать и применение навыков – это то, что необходимо развивать и дальше. Чемпионат профессионального мастерства в Алёпинском районе проводится впервые. На второй день стало понятно, многому еще предстоит учиться. Но потенциал огромный. Ксения напрочь опровергает мнение, что техническое направление – мальчиковый приоритет. Девочки не всегда должны просто сидеть, вышивать, рисовать. Они тоже должны как-то развиваться. Как бы девочки тоже могут заниматься конструированием, робототехникой. На самом деле это далеко не забава. Робототехника требует знаний основ программирования. Было бы раньше такое, сам бы увлекся, смеется начальник управления образования. Я бы, наверное, собрал то, что нужно для, для участия в этих соревнованиях. Разные компетенции. В кабинете рядом юные коллеги, журналисты-мультимедийщики. Нюргун – выпускник, в будущем видит себя именно в этой области. Он сразу выразил пожелание, чего же, на его взгляд, не хватает нам, уже состоявшимся. Креативности, наверное, больше. Больше событий, больше мобильности, еще прямых эфиров. Порадовали участниками и компетенция «Конский волос». В целом, отвечают организаторы, цели чемпионата значительно шире. Junior Skills в полной мере соответствует нашим намерениям России быть в числе лидеров по технологиям. Елена Фас, Максим Копылов, НВК Саха, Алёпинск. Смотрите сегодня вечером в нашем выпуске. Пенсии будут проиндексированы в следующем году. Насколько повысят социальные страховые выплаты? Кто стал лучшим? Журналисты распределили спортсменов Якутии в топ-10 по итогам года. Сегодня день образования Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Какое образование получают в селе Иенгра в Золотинской школе?